Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Продолжая свои видеообзоры, хочу показать вам, как выглядит сорт ультра скороспелый. Многие его нынче у меня выписали, но я не могла его выслать долго, потому что это сорт для меня новинка. Я его первый раз нынче посадила. Посадила из магазинных семян и очень поздно. Но все равно вот сейчас первая половина августа, он почти весь вызрел, скоро буду делать с него семена. Но хочу заметить, кто ждет этот сорт, что есть очень похожий на него ренет. Вот посмотрите, я описывала уже ренет много раз. Такой же размер плода, все те же самые характеристики. Так что, если кто-то выписал сорт ренет, может сорт ультраскороспелый уже не брать. Они совершенно одинаковые, потому что одно из качеств и свойств сорта ренет – это его ультраскороспелость. Ну а это просто свойство ультраскороспелость вывели в название, и получился новый сорт – ультраскороспелый. Плоды небольшие, 50-70 грамм, видите? Я его даже не привязывала, он лежит у меня на земле, спеет дружно. Если бы я его высадила в ранние сроки, как все другие, он бы у меня, конечно, поспел раньше, еще в конце июля, но мне он попался на глаза очень поздно в магазине, и я решила расширить свой ассортимент еще вот таким сортом. Вот это краткий уличный видеообзор сорта ультраскороспелый. Кто выписывал у меня эти семена, скоро будут готовы. Некоторые заказы только и ждем из-за ультраскороспелого, у многих он в заявке. Но я еще раз хочу повториться, очень много одинаковых сортов. Сорт Ляна, Ренет, ультраскороспелый. По описанию, по своим характеристикам, они совершенно одинаковые. Все, до свидания. Просто на улице очень холодно у нас. Опять начинается дождь. Каждый день у нас дожди, но показал он себя хорошо. Видите, все плоды поспели, целые, красивенькие. Ультраскороспелый сорт. До свидания.